какая красота! Крупные, большие цветы. Их здесь не так много, но вот если пройти пару шагов, то вот еще цветок. Вот цветок. Вот это цветы. Боже, какие они красивые. Много новых распускается. Вот это вот все бутончики будут. Ой, какая красота. Весна, лето. Вот цветок распустился. Уже маленько подзавял. Эти, как сказать, муравьишки бегают. Вот цветок. Здесь же следом новое распускается. Вот бутон. Какая красота! Какая красота! Просто роскошно! Обалденно просто! Одно удовольствие смотреть, гулять, дышать и вдыхать этот аромат. Как вы уже поняли, я у моря. У нас день 21 апреля. Конечно же, тепло. Все в майках, в футболках. Ну, по ощущениям, наверное, градуса 23-24. Не очень жарко, но я в кепке, в головном уборе. Занимаются спортом, а я нет. Все да, а я нет. Я даже, кстати, воды не взяла. Ну, блядь, чтобы не обоссаться. Короче, я же еще та засанка, как сами понимаете. Пойду. Я выпила айрану почти литр дома. Пока то, пока сё. Иду по газону. Вот сейчас вышла на тротуар. Тепло. Красота. Море как прекрасно. Сейчас подойдем к морю. Ну, естественно, как быть у моря и не подойти к морю? Это просто непростительная ошибка будет. Все на работе. Народу маловато. Сегодня четверг. Даже на детской площадке мало народу. Вечером здесь будет очень многолюдно. Люди купаются, загорают. Шикарно просто. Такая маленькая девчушка бежит в красивом платье. Красивая девочка и платье. Слушайте, как-то вот принято, ну вот я не знаю, детишек надевать в короткие платьишки. А мне очень нравится, когда на девочку длинное платье надето. Очень нравится. Волосы собраны в хвостик. Потому что так удобнее. Чтобы тут патлы не висели. Вот. В шлепках. Белая сумка. Кепка. Сезон. Открыла Инна. Отдыхающих много. Люди загорают. Какая красота. Сейчас подойдем к морю. И вы сами убедитесь, что это реально нереальная красота. Причем море каждый день, оно по-разному смотрится. Так же, как и я. Никогда не надоедаю и всегда актуально. Море цвета неба. Сейчас минуточку-две любуйтесь. Я уже практически подошла. Разуваюсь, чтобы не намочить ноги. Так приятно по песку идти. Такой, как сказать, такой прям массажик на ступней. Песок крупный, такой классный. Посмотрите, он какой. Он прям переливается.
Это песок на пляже Клеопатра. Ну, конечно же, он завозной, конечно. Песок мокрый. Вот где я стою, уже мокро. Видимо, волна доходит. Пена. Ой, как красиво. Кстати, не понимаю, какой вот тут момент. Море сейчас холоднее, чем было. Море холоднее, реально, я прям чувствую. День на день не приходится, видимо. Но, конечно же, купаться можно, конечно. Но я думаю, что градусов, наверное, 18. Да, градусов 18. Ну, не знаю, могу ошибаться. Ну, все, как я обещала, пару минут моря. Не благодарите. Достаточно просто класса Блин, как классно стоять, дышать, радоваться каждой минуте. Умейте находить прелести в каждом мгновении, в каждом. Как классно! Как? Я, знаете, я сама себе завидую. А вы мне не завидуете, потому что зависть – это отвратительно. Помните, да, моя коронная фраза. Иногда я пишу ее в ответ на злостные комментарии. Что зависть – это отвратительно. Забрала свои шлепки и решила прогуляться вдоль береговой линии. Здесь идти так тяжело. Песок мокрый, ноги проваливаются. Посмотрите, какой остается след. Ну, в общем, надеюсь, что жопу таким образом накачаем. Планирую дойти до пляжа номер... Так, если это 6-й, планирую дойти до пляжа номер 10, да. Пойду, а что, куда делать? Штаны намочила, хоть и не планировала, но куда деваться? Ребята меня узнали, смотрят, улыбаются. Вы, наверное, признали во мне звезду.